Хорошо, у вас 10 вопросов, которые вы написали своему куратору. Поскольку вы ангел, у вас куратор будет тоже ангел. Но называются они друзья. И мы делаем запрос в энергоинформационном поле и приглашаем в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Нелли. Или друга. Так будет правильно. Пришел. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Нелли. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться? Он в виде юноши. Орфей. Орфей. Орфей, вы друг Нелли, я полагаю, да? Или куратор? Как вам удобно? Друг. Замечательно. Хорошо. Орфей, меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной. И все убрали, все, что ей там мешало. Объяснили, как это все вошло. И сейчас она чистенькая, заправленная энергией. При идентификации души она показала свои крылья. Мы поняли, что это молодая ангельская душа. И уже поняли сразу, кто к нам придет. Итак, у нас 10 вопросов. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Здесь еще кто-то есть. Снимаются маски и голограммы. Фантом за присед... комнатой. А кто там? Сейчас, подожди, расскажет. Орфей. Хорошо. Вы кого-то привели, Орфей? Я ее друг, и это мой первый опыт кураторства. Mm-hmm. Я и она под покровительством святого Николая. Он наш учитель. Замечательно. Мы приглашаем святого Николая в эту комнату диагностики, если он стоит рядом. Он над комнатой. Мы приветствуем святого Николая. Очень рады снова его видеть. Приветствую всех, но не думаю, что я нужен вам здесь. Я наблюдаю. Хорошо, без вопросов. Мы просто очень рады вас снова видеть. И примите на этом месте нашу искреннюю энергию радости и благодарности. Благодарю. Хорошо, не будем вас задерживать, уважаемый святой Николай. Если будет необходимость, я думаю, вы скажете. Итак, можем начинать, уважаемый Орфей? Пожалуйста, начинайте. Первый вопрос. Откуда пришла моя душа? С ангельского 7-го уровня. Благодарю вас. Второй вопрос. Сколько у моей души было воплощений на земле? 7. Не очень много. 7 воплощений. Благодарю вас. Третий вопрос. Кем я была в прошлом воплощении, в какой стране жила и чем занималась? Я сейчас посмотрю. Я прошу прощения. Я немного волнуюсь, так как это мой первый кураторский опыт. Орфей, у вас замечательно получается. Безусловно, вы куратор. На эту жизнь вам надо посмотреть в архиве. Мы это все знаем. Пожалуйста. Это был 1328 год. Угу. Англия. Мужчина, женщина? Женщина, убегающая от крестоносцев. Именно так я вижу. Ну да, тяжелые времена, 14 век. И чем она занималась? Я смотрю, пока я вижу только ужас в ее глазах. Кочевала. Кочевала. Хорошо. Сколько она прожила? Какой опыт собрала в той жизни? Все, что она хотела, это жить с семьей, печь хлеб, растить детей. Где она останавливалась, приходила какая-то власть. И жизнь менялась в этих населенных пунктах. Это маленькие города, я бы сказал, деревни, с небольшим населением людей, которые постоянно передвигались, чтобы не подчиняться властям. Кошмарная жизнь, если так можно выразиться в нашем понимании. У нее был муж и ребенок. И сколько лет она прожила? 58. Благодарю вас, уважаемый Орфей. Мы закончили с этим вопросом. Если вы хотели что-то добавить, или можем переходить сразу к следующему? Я скажу, что вижу. Она умерла из-за вируса. На сегодняшний день это простая простуда. Температура. Температура уничтожила ее. Сгорела изнутри. Да, в эти века не было никакой медицины, по сути. В страшнейшие времена холод и отсутствие медикаментов являлись основной причиной
смерти в средних веках. Да, неприятное ощущение. Спускали кровь. Ой, ужас. Но это только ослабляло ее. Я ответила на свой вопрос. Безусловно. На ваш вопрос. Я благодарю вас, уважаемый Орфей. Я полагаю, мы переходим к четвертому вопросу. И что-то мне подсказывает, что этот вопрос как-то связан с третьим вопросом. Итак, я начну. Я была замужем 3 раза. Это мои кармические узлы? Нет, это душевная неудовлетворенность. Исходящая... Ни один из партнеров не удовлетворял тебя душевно в полной степени, как ты хотела иметь идиллию. Тебе было трудно в прошлой жизни, но ты прошла ее вместе с мужем до конца. Трудности и горем. Этого тебе не хватает в этой жизни. Поэтому ты меняешь партнеров, ища того настоящего чувства. Все-таки на генетическая память что-то передалось, да, в этой жизни ей? Несомненно. Хуже этого уже не может допустить. Не может допустить отношения, которые уже знает. Планка была поставлена. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемый Орфей. Я могу продолжать? Да. 5-й вопрос. Где мне лучше жить для своей реализации души? В Европе или вернуться в Украину? Я не могу ответить на такой вопрос. Мы ее предупреждали, что кураторы никогда не возьмут на себя ответственность и не скажут, едь туда или едь сюда. Это всегда это выбор. Только душа. Сама решает. Не решает. Она знает внутри, чего ей хочется и где ей лучше. А почему она тогда спрашивает этот вопрос? Вы потому лучше знаете. Что она не вникает в глубину души. И тут мы затронули еще глубину души. Это очень важный аспект. Я благодарю вас, уважаемый Орфей. Вы все сказали по этой теме? Да, мне нечего добавить. Хорошо. Мы предупреждали Нелю, что такой ответ будет. Куратор не берет ответственность за подчиненных, он сам должен идти самостоятельно. Будущее многовариантно, есть любой вариант развития событий. Дело в том, что я не могу брать на себя эту ответственность. Это ответственность души, которая принимает решение. Я лишь могу добавить, что реализация души – это не всегда легкий путь. Поэтому выбор должен быть за Нелли. Вы все правильно объяснили. Благодарю вас, уважаемый Орфей. Я перехожу к следующему вопросу. 7-й вопрос. Какой уровень моего высшего я? Как я уже сказал, душа была рождена на 7-м уровне ангельском. Душа находится на 7-м ангельском уровне, а высшее я находится на 9-м. Благодарю вас и за это разъяснение. Переходим к 8-му вопросу. Встречу ли я мужчину, с которым буду счастлива в браке? Я не могу решать вопросы будущего. Все будет зависеть от твоего настроя на глубину души. Но в каком-то варианте будущего наверняка возможно при исполнении определенных условий, что она... Ты должна не забывать, что где-то есть душа, ищущая тебя. Но пока ты на поверхности, ты будешь натыкаться на разные поверхностные души. Пока ты сама не зайдешь в глубину и не услышишь тебя, не поймешь, что ты хочешь, до конца хочешь. Это правда, которую ты должна признать сама. И только тогда ты сможешь увидеть ту душу, которая также смотрит вглубь, с которой ты сможешь найти эту идиллию. Это работа. Работа над собой в первую очередь. Поэтому я не могу ответить однозначно. Но, бессомненно, такая душа существует, которая ждет и ищет тебя. Благодарю. Скажите, Орфей, а вот муж с 1328 в Англии, который у нее был, он не проходит сейчас на земле какой-то опыт? Может быть, она его ищет или он ее? Я не его куратор. Абсолютно верно. Я прошу прощения, безусловно.
Хорошо, я перехожу к следующему вопросу. Это 9-й вопрос. Как я могу связаться с моим куратором? Я для начала посоветовал бы тебе использовать крылья как защиту. Тебе нужно найти спокойное, тихое, спокойное место, где ты можешь визуализировать крылья и закрыться от шума и постоянной суеты этого мира, от проблем и страха, закрыться крыльями и попробовать позвать меня. Тебе будет тепло и спокойно. Это первое, что ты почувствуешь. Это значит, я рядом, и связь установлена. В дальнейшем ты будешь легко связываться со мной, задавать вопросы и получать ответы. Но чтобы начать, тебе нужно попасть в состояние тишины, теплоты и покоя, бесстрашия. А также безмыслия. Это возможно достичь, когда ты находишься без людей в каком-то очень удобном, тихом месте. И еще по вопросам, позвольте два слова добавить. Мы встречались с сотнями кураторов, и все кураторы рекомендуют задавать вопросы короткие, чтобы ответ был короткий, и человек сразу мог, так сказать, услышать его. А со временем чтобы может... установить связь, вопросы должны быть четкие, короткие, прямые. Отлично. Уважаемый Орфей, я именно это хотел подчеркнуть, потому что я не хочу, чтобы вы услышали там триаду на 5 минут, и в конце там 40 вопросов вы не сможете ни на один ответить. Поэтому... Когда есть триада, это значит, человек не сосредоточен. Вот именно этого мы хотим предотвратить. Благодарю вас, уважаемый Орфей. Я перехожу с вашего разрешения, если мы здесь закончили, к 10-му вопросу. Пожалуйста. Какие напутствия вы мне дадите для правильного выполнения миссии души в этом воплощении? Миссия твоей души – это развитие, наблюдательность, а сбор фактов, информации, анализ их, а также изучение разного материала. У тебя было много возможностей изучать, но при первой же ситуации ты останавливалась и переключалась на что-то другое. Что-то другое тоже не давалось. Ты подходила к цели, и какая-то трудность останавливала тебя. Много раз это была проверка, дальше которой ты не шла. Поэтому тебе нужно четко понимать, что ты хочешь, и идти к этой цели. Вы закончили? В целом, да. Уважаемый Орфей, я благодарю вас от себя, от имени вашей подопечной Нелли, от Веры, за эту информацию, которую вы сегодня дали. Сейчас мы закончили с вопросами. Если вы хотите, может быть, активировать ее ангельский стержень, это был бы самый лучший момент, если она готова. Да, я с удовольствием сделаю это. И описывайте для Нелли, пожалуйста, как вы ладошками друг другу передаете энергию. Это замечательно. Да, эти вибрации проходят через мои ладони, потому что я связан с ангельским уровнем напрямую. Эти вибрации переходят к Нелли, и ее стержень просыпается, отвечая мне тем же светом изнутри. Это теплые вибрации внутри. Они очень чувствительны, когда вы дышите медленно. Вы можете почувствовать эти вибрации и тепло внутри себя. Благодарю. Стержень активирован. Уважаемый Орфей, я благодарю вас еще раз за активацию стержня. И мы, в принципе, закончили, но у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Ваш ментор Святой Николай знает об этой доброй традиции. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми, сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. И мы передаем эту корзинку. Просим принять уважаемого Орфея в знак благодарности за эту встречу, за его помощь и просто на добрые воспоминания. В ангельском мире уже знают эти подарки. Я очень смущен этим подарком. Я ни в коей мере. Вас. Не стоит смущаться, это от всей души, поэтому здесь мы делимся своей радостью. Это самый лучший способ поделиться радостью. И, Верочка, в твоих руках еще появляется большая корзинка.
самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами для ментора, для святого Николая. Я прошу святого Николая принять. Он знает нашу традицию. Это скромный подарок, будет ли он так любезен. И мы по каналу передадим ему. Он открыл канал. И отправляем эту корзиночку с огромной любовью и благодарностью святому Николаю, Николаю Чудотворцу. Он благодарит и говорит, что не стоило. Уважаемый святой Николай, вы доставляете нам огромную радость этим, то, что вы приняли, поэтому примите, пожалуйста, нас это всех очень радует. Всегда рады встрече с вами. Он говорит, примите мою благодать в ответ. Принимаем, уважаемый святой Николай. У меня еще тепло пошло какое. Благодарим. Хорошо, мы закончили, уважаемый Орфей. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, со временем наступит тот момент, когда Неля поднимется до такого уровня, что она захочет познакомиться со своим высшим Я и задать ему вопрос. В этом случае мы всегда приглашаем куратора и поднимаемся вместе на уровень высшего Я. Поэтому я говорю, до скорых встреч, мы не прощаемся. Будем очень рады видеть вас снова когда-нибудь. Я хочу поблагодарить Нелли и вас за мой первый опыт и напомнить Нелли, что телепатически я всегда на связи. Имя ваше она знает. Имя ваше она знает, она всегда может вас принять. И пусть обратит внимание на спокойную обстановку. И мы благодарим вас. Всего вам наилучшего, чистых энергий, высоких вибраций и до скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Хорошо, мы закончили. Неля, какие у вас впечатления после встречи с вашим куратором, вашим другом Орфеем? Я в восторге. Быть под покровительством святого Николая – это моя мечта. Это высокая честь. Благодарю вас за эту связь. Благодарю Орфея. Работайте над собой. У вас все начинается. Сейчас новая жизнь, поэтому все остальное забудьте. Меняйте свои взгляды, меняйте свою реакцию. Будьте всегда спокойны, сгармонизированы и контролируйте просто свои реакции. Очень важно оставаться спокойным в наше время. Исключите телевизор из своего рациона, он вам только мешает. Лучше пообщайтесь с Орфеем, позадавайте ему вопросы. Вас это намного дальше продвинет в вашем развитии. Он возвращает вас назад, ваш биоробот, чтобы все энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Нелли в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. На месте.